Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бусновский. Мы поговорим о сайте python-tut.ru. Это видео ссылка. В этом видео я вам хочу сообщить, что будет еще один канал. Там планируется часть уроков по Django, по C, ну и все остальные справочные материалы по сайту. Значит, вот, если на главной странице, то в курсы, да, мы можем перейти на канал, и вы можете подписаться. В принципе, здесь будет дальше проходить уроки. Также ссылка на этот канал и на сайт будет в описании. О чем этот сайт? Все говорится в названии. Делаем динамические проекты на Django, а также программируем на Python C. То есть, грубо говоря, будем делать все, что делает сайт лучше, динамичнее, с подписками. В общем, на выходе вы должны абсолютно на любой сайт добавить платформу совместного использования либо полноценную социальную сеть. Поэтому, ребят, python-tut.ru для него отдельный канал. Спасибо за доверие. Хотел сказать, уже сразу с первого дня, спасибо ребятам за доверие, сейчас сразу скажу, уже появились наши участники, да, только еще фотки свои не выставили, но тем не менее мне приятно. И вот вчера мне пришло письмо, хотя письма приходят, но я удивился, насколько разные, сейчас покажу. Так, сейчас не найду, писем много, сделаю немножко по-другому. Я его разместил на СПБ. Ну, оно, когда вы будете смотреть, уже промотается. Я просто хочу сказать, вот Никитин наш. Спасибо, получил доступ, вошел на сайты. В общем, все нормально вошел. Спасибо за предыдущие курсы, они мне помогли. В общем, человек рассказывает, что помогли, хотя он смотрел совершенно не все курсы, но тем не менее, насколько кто-то для бизнеса, а вот этот человек, допустим, для церкви делает. И вы знаете, я посмотрел, у каждого свои интересы, но важно, что помогло, что человек сделал. Сейчас, секундочку, у меня сегодня что-то с интернетом. Где? Ну, то есть, вот человек сделал и полную базу, и описание, все. Ну, то есть, мне приятно. И ведет вот улучшение портала своего. Вот так и развивается. Очень приятно для совершенно, по сути дела, разных нужд. А теперь этим пользуются уже его творением другие люди. В общем, много чего кто сделал. Ладно. Я к чему говорю? Давайте учиться делать динамические вещи.